Салют, сегодня у меня мероприятие на телевидении, и я не знаю, как одеться. У нас два варианта есть, я вам сейчас покажу. Персиковый цвет и красный цвет. Красный, наверное, слишком яркий. Смотрим, я в таком роскошном индийском в арабском стиле. Это вот такие браслетики подойдут. Очень много украшений, но это же восточный стиль. Скорее всего, наверное, вот это. Ну, все. Энди вакат с очень удобным сам. Я им борима, я что борима. Шарк айолары, основном, йоги бюрша, айнасы хинча стилі, арабский стилі. Наверное, йоги не мягш. Корамс. Кстати, Курбакали браслет мезен аж портую, он и так мазал бумина. Курбакали браслет, пусть кет рады дейшады. Хазар. Просто, чего люк рады. Вот такой лук у меня сегодня, индийский. И, конечно, очки, подходящие. Чуть-чуть куяшка учили. И, наверное, вот такая сумочка, маленькая. Вообще-то я хожу без сумки, я вам это говорила уже. Но, ну ладно, на всякий случай. Хотя здесь еще сиреневый цвет. Фиолетовый сиреневый. Отлично, что нам ёлку. Ну ладно, боги баракят. Зато юстуман, что откуда твой, ну? Так. Бай-бай. Спишем мероприятие. Выход из положения нашего фиолетовой ранглии сумочка Гемал. Стынал, ну будем вам.